Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в Крыму, в Алупке. Это виды из моего окна. С окна видны горы, горы и ветви. Айпетри получается 1234 метра над уровнем моря. За что мне нравится Крым, что тут всегда спокойно, как было в Советском Союзе. Вот. Сказать о том, что плохо было или хорошо в Советском Союзе, я не знаю, но я знаю о том, что люди себя чувствовали, по крайней мере, спокойно. Что нельзя сказать про наше государство, когда тут каждый день все что-то меняется, и не всегда меняется в лучшую сторону. А еще меняется налогообложение каждый день. Кому-то нужен джип, он сразу же взял и принял еще какой-то налог. И украинцы, будьте добры и платите. Вот. Но когда приезжаешь на отдых, всегда забываешь обо всем. Думаешь о том, что все хорошо, все спокойно. Вид замечательный у меня из окна. Мы приезжаем каждый год, и каждый год ищем какие-то новые места. Первый день сегодня у меня репортаж из Алупки, потом будут из разных городов. Тут можешь найти отдых на любой вкус, начиная, скажем так, от палаток, где можешь разложиться, чтобы было почти бесплатно, до дорогих отелей, которые доходят и до $1000, допустим, в день. Ну, их очень мало, и то они частные такие. А так вообще тут всегда спокойно и красиво. Сейчас по крымским меркам это считается пока еще не сезон. Это июнь месяц, потому что с июля, август и сентябрь, вот это как раз сезон. Сейчас цены чуть-чуть дешевле везде, даже на квартиры, если будете снимать, или, допустим, в отеле будете, или, если, допустим, захотите там какие-то частные дома. Сейчас в Крыму сдается практически все, вплоть до того, что там кусочек места на крыше тоже сдается. Вот мы видели вчера, там люди поселились, вот прямо на крыше. Каждый выбирает по-своему свой отдых. И, скажем так, на свой вкус и на свой карман. Но хотелось бы, чтобы Крым всегда оставался чистым, красивым, и чтобы люди всегда были нормальные, как они всегда тут и есть. Тут ты никогда не услышишь какое-то плохое, кривое слово в свой адрес. Тут всегда спокойствие. Видно о том, что люди всегда отвечают за то, что они делают, потому что они тут живут. Они тут туристов уважают, любят и ценят, потому что туризм – это 80% того, что может дать Крым. Так что вот так. Берегите себя, берегите людей, которые с вами, и берегите природу. Будьте здоровы!